Прекрасное начало сезона. И, конечно же, они будут продолжать неуклонно идти к цели, к званию чемпиона. И интересно посмотреть, как они отыграют оставшиеся матчи. Это может быть опасно. Манданда! Семен Семенович, ну что происходит? Так все грамотно было сделано, и такая несуразица в завершающей стадии. Похоже, игрок сам не поверил своему счастью и несколько растерялся перед тем, как нанести завершающий удар. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Угловой. Манданда! Вступает в игру вратарь, все под контролем. Свисток арбитра угловой. Все, ничего в этой атаке не получилось, удар от ворот. Иванович. На пару решили разыграть эту комбинацию. Отлично сыграно, надо решать. Владеет мячом команда и выбирает момент для обоста. Удар головой. Он бьет головой и забивает. Какая атака, а? Какой гол? Просто идеальная передача была тут. Хочешь, не хочешь, а забьешь. Да, выложил мяч буквально на блюдечко. Очень хорошее взаимодействие в этом моменте у игроков было. И подача хорошая получилась, нацеленный, и головой удар оказался не берущийся. Иванович катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. Защитник перехватил передачу. Это может быть опасная атака. Надежно играет защитник, атака прервана. Защитник прекрасно оборот. И это удар! Мяч летит в сторону ворот. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Какой шанс? Такие передачи всегда таят опасность. Защитник молодец просто. Как здорово сыграл. Трап. Мяч у соперника. Такими действиями игру не обострить. Это может быть опасно. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. В этой атаке оборону пройти не удалось. Тут может что-то получиться. И навес. И первым на этой передаче оказывается защитник. Ушел мяч. Аут. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Терри. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону.
Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Терри. Трап. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Может получиться интересная атака. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Тут защита справляется с потерей мяча. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Пока неплохо. Мяч летит в штрафную площадь. Пробил головой он. Восхитительный удар головой. Гол! Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию ворот. Ну, тут надо голевую передачу отметить с фланга. Навес получился просто на заглядение. Оставалось его только замкнуть. Хорошая подача тут и отличная игра головой. Да, отличный гол получился. Разыграли стандарт они действительно грамотно. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. Здорово было задумано. Жаль, не прошло. Манданда. Видаль. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Это может быть опасная атака. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Серьезно. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Пас вратарю, болельщики недовольны. Это может быть опасно. Терпеливо ждут они своего шанса. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Иванович. Просто невероятный перехват. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Повтор нам подтверждает, что у арбитров были все основания прервать эту атаку. Действительно был офсайд. Мяч уходит за боковую после этого паса. Это может быть опасно. Мяч потерян. Отличный перехват. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч.
Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Манданда. Такие передачи придают атакам остроты. Красиво сыграно, как эффектно. Надо забивать! И справляется вратарь с этим ударом. Будет угловой. Мы слышим свист трибун. Это болельщики хозяев. Головой пробил он по мячу. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Отличная передача. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И это удар! Это угловой удар. Тут может что-то получиться. Атака остановлена, но кто получит мяч? Футбол быстрая игра, только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Отличный пас. Опасно! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Арбитр назначает угловой. Друзья, вы поворотов-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Удар головой. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Игра остановлена, будет угловой. Трап! Отлично сыграно, надо решать. Бить надо! Это момент! Гол! Счет растет, разрыв растет, и вратарь не может ничем помочь своей команде. Да, бывало, что он спасал, вытаскивал матчи, но вот сейчас совсем другая история, совершенно другая. 83-я минута матча. А на трибунах-то полнейшая тишина. Да, приуныли болельщики, праздновать-то особо нечего. Хороший обостряющий пас. Отличный удар. Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Угловой удар назначает арбитр. Вот это удар. Будет угловой удар.
Ну так, плохенько был разыгран угловой мяч у соперника. Положение вне игры сигнализирует лайнсмен. Посмотрим за этой атакой. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Отличный чистый отбор. Терри. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. И в разрез. Шикарно. Три нолик.
Команды на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Круза. Де Йон. Браво. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Потерял он мяч, но кому он достанется? Бейл. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отличный момент. В этой атаке мы уже ничего интересного не увидим. Мяч ушел за пределы поля. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Они Фол. Рефери, похоже, не намерен давать сегодня спуск и нарушить. Не раздумывая, достает арбитр желтую карточку, и начало матча перестает быть томным. Да, вот такое вот у нас начало, и теперь обе команды осознают, что сегодняшний футбол должен быть предельно аккуратным. Ну и, наверное, не только сегодняшний. Это может быть опасно. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Тем временем соперник перехватывает мяч. Загружает мяч в штрафную площадь. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Пока неплохо. Манданда! Вратарь забирает мяч. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Это может быть опасно. И как пробил. Невероятное спасение. Угловой. Стадион недоволен, стадион свистит, гости не торопятся с вводом мяча в игру. И это не нравится болельщикам хозяев. Разумеется, эта ничья устраивает их гораздо меньше, чем гостей. Отсюда и свист. Опасно! Какая реакция, какой прыжок, класс! С углового мяч будет виден в игру. Круза. Рамос.
отлично сыграно, надо решать. Удар очень неточный. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо... Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Гол! Они на один мяч впереди! Какая атака, а? Какой гол! Пусть не с первой, так со второй попытки все-таки им удается отправить мяч в сетку. Немного сумбурная атака, конечно, получилась, но гол есть гол. Это угловой удар. Пробил головой он. Судья показывает, что будет угловой. Хорошая могла выйти атака, но защита тоже не дремлет. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Терпеливо ждут они своего шанса. Аут. Посмотрим за этой атакой. Бить надо и сравнивать счет. Да, с таким защитником им и вратарь не нужен. Вот молодец. Послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Мяч ушел в аут. Санчес. Еще один аут. Это может быть опасная атака. Ку-ку, чужие ворота. Решил пробить. И на месте голкипер. А вот и потенциальная возможность для того, чтобы добиться ничьей угловой. И пошла передача. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Такого стандарта вполне можно добиться успеха. Звучит свисток. Штанга! Друг вратаря. Тут может что-то получиться. С этого углового можно укрепить преимущество. А вот и повтор опасного момента. Смотрим, сколько угловых было подано в сегодняшнем матче. Защитник справился с задачей, мяч выбил. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной.
Загружает мяч. Санчес. Момент. Нет, офсайд. Как здорово сыграно головой. И так точно. Отлично сыграно. Надо решать. Был фол. Тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? А стенка все идет и идет. А судья все смотрит и смотрит в другую сторону. И здорово читают эту подачу защиты. Один... Арбитр дает свисток к началу нарушение правил. За такое судья может и карточку показать. Да, здесь явно эмоции возобладали над разумом. Глупо так фалить. Да, будем откровенны, просто психанул этот игрок, и оправдания ему, наверное, нет. Не прошел пас, хотя по мысли все было очень хорошо. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Навес! Пробил головой он. На месте голкипер. Все в порядке. Итак, они на гол позади. Угловой может это исправить. Неплохой мог получиться навес, если бы не защита. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Опасная подача была, но оборона справляется. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Не прошла эта передача мяч у соперника. Может получиться интересная атака. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Вот ворот. И вот повтор эпизода. Желтая карточка без вопросов. Просят поторопиться игроков хозяев болельщики гостевой команды, свистит их сектор. Ничего удивительного. Гости проигрывают, а хозяева отказываются форсировать события. Это ему абсолютно ни к чему. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Плохо сыграно. Мяч потерян. Браво. Грамотный пас, все по делу. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Даже углового не будет после этой атаки, удар от ворот. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Тут может что-то получиться. Пас в разрез очень точно. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Неплохо задумано. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей.
Видаль. Манданда. Это может быть опасно. Работает защита. Хорошо работает. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. И пас обратно. Скучновато. Посмотрим за этой атакой. Один гол нужно отыгрывать команде, и они постараются создать момент для взятия ворот, разыграв этот угловой. Ушел мяч. Аут. Браво. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. 15 минут до конца основного времени матча. Пока неплохо. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Можно подать. Браво. Итак, у нас аут. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Такого игрока нелегко пройти один в один. Посмотрите, как четко он отобрал мяч. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Тут все очевидно, будет штрафной. Все, ушел мяч за пределы поля, удар от ворот. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях, непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Это может быть опасная атака. Просто невероятный перехват. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Мяч ушел в аут. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Браво! Великолепный гол! Это уже серьезное преимущество. Еще один гол забивает команда. Вот такой вот мощный выстрел из-за пределов штрафной в левый угол ворот. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Много остановок у нас было. 4 минуты судья добавил. Удар! Опасно! Разрыв в счете сокращен до минимума. И теперь команда получает, что называется, психологическое преимущество. И постарается сравнять счет. Игра возобновляется. Счет уже 2-1.
вот и...
О лучшем старте в чемпионате можно было только мечтать. Я думаю, что можно побороться не только за повышение, но и за чемпионство. Видаль. Тут может что-то получиться. Такими действиями игру не обострить. Это может быть опасно. Мяч у защитника, он сыграл надежно. И как опасно пробил. И на месте голкипер. Мяч за пределами поля, угловой. Здесь защита справляется, мяч отобран. Офсайд. Километровый, я бы сказал. Забрался игрок в положение вне игры, что и зафиксировал арбитр. Посмотрим за этой атакой. Ну вот, собственно, и все. Удар от ворот. Манданда. Видаль. Отлично сыграно. Надо решать. Напрашивается навес. Это угловой удар. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Эриксен. Есть первый гол в этом матче. Посмотрим, что будет дальше. Пятнадцать минут понадобилось команде, чтобы распечатать ворота соперника. Манданда. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Эриксен. Это пас в аут. Видаль. Перехват мяча и можно начинать. Решил пробить. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Не смог сохранить мяч в игре в этом эпизоде. Защитник постарался. Пока неплохо.
Пас с фланга. Игрок обороны оказывается первым на мяче. Плохая передача. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Нарушение и штрафной удар. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Удар. Всю работу за голкипера сделал. Тот может отдохнуть пока. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Свистят болельщики хозяев. Не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Угловой. Прямо скажем, откровенно плохая подача. Шикарный момент! Блестящее спасение. Еще одно. Ушел мяч. Аут. Можно было получше мячом распорядиться. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Эриксон. Клозер. Такие передачи придают атакам остроты. Посмотрим. Удар по воротам. А вот и гол. Они сравнивают счет. Счет снова равный. 1-1. Эриксон. Тут может что-то получиться. Мяч летит в сторону ворот. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Так, это уже интересно. Желтую карточку получает один из ключевых игроков команды. Что же теперь его менять? Нет, но я не думаю, что тренер рискнет и будет менять его в такой важной игре. Но посадил себя на карточку игрок ключевой действительно, наверное, не вовремя. Просто подарил он мяч сопернику. И как опасно пробил. Игроки в штрафной готовятся к борьбе за верховой мяч. Вратарь, что творит, а? Thank you.
Может получиться интересная атака. Разбирается оборона с этой подачей. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? После... Возвращаемся на Олд Траффорд. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Манданда. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Мяч за боковой линией. Болельщики гостей пытаются свистом привлечь внимание судьи к затяжке времени со стороны хозяев. Если они и дальше будут так неохотно вводить мяч в игру, арбитр может выписать пару желтых карточек. И будет абсолютно прав. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Все верно, пора сместить акцент атаки. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Пока неплохо. Это серьезная была заявка на гол, но защита не спит. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Эвра. Передача назад на голкипера, тянут время, стадион свистит. Иванович. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Отличный кросс! Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Атака продолжится через фланг. Здорово сыграл игрок обороняющейся команды. Эффектный пас, точно в ноги партнера. Удастся ли им быстро... Тут все очевидно, будет штрафной. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Посмотрим за этой атакой. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Отобран мяч. Надо возвращаться. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Потеря. Все, в оборону. Видаль. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Манданда. Двадцать минут до конца основного времени матча. Мяч покинул пределы поля. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику.
Пол команды обыграл. Ничего себе. Поднимает флажок боковой арбитр. Поторопился атакующий игрок. Залез в офсайд. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. А сейчас вперед можно выйти. Такой важный гол. Благодаря ему они сумели выйти вперед. Шикарная атака приводит к такому же шикарному голу. Очевидная ошибка обороны. Нужно играть внимательнее. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Четверть часа еще играть командам до конца основного времени матча. Это может быть опасно. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Неплохой мог получиться навет. И пробил. Не попадает он в ворота. А это был отличный шанс сравнять счет. И этот шанс, к сожалению, упущен. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Хозяева очень неторопливо разыгрывают мяч, что вызывает недовольство фанатов гостевой команды, которой надо забивать. Хозяевам нужно удержать победный счет и, главное, не переходить ту грань, после которой арбитр будет считать такие действия затяжкой времени и начнет показывать желтые карточки. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начать. Штрафной на исходе матча. Первое и последнее предупреждение получает игрок. Это может быть опасно. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Аут. Вратарь решил отбить мяч. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Может получиться интересная атака. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Совсем мало времени до конца игры, а шансы на успех есть у обеих команд. Вот это матч! Так, теперь все вперед, вратарь вперед, все вперед, атакуем! Табличка в руках четвертого судьи, 3 минуты добавлено. Какая техника? Манданда! Штанга! Совсем чуть-чуть не повезло. Передача голкиперу, медленно развивается атака. А вот и секс.